Одним из заявленных вопросов в повестке дня городской думы стало рассмотрение заявлений об уходе сразу двух директоров учебных заведений Даугавпилса. Автором одного из них стала руководитель средней школы центра Надежда Хетмане. Свое решение она объяснила так: «Вечного ничего не бывает. Пора остановиться и повернуть свой корабль в другую сторону». Я очень благодарна каждому работнику, каждому педагогу, родителю, ученику, с которыми я прошла вместе все 40 лет. И я ухожу со своей должности с легким сердцем и с благодарностью всем. Стаж работы Надежды Хетмане в системе городского образования составляет 40 лет, 30 из которых она возглавляла одну из сильнейших школ Даугавпилса. А своему преемнику Надежда Хетмане пожелала сохранить те добрые традиции, которые были и есть в ставшей для нее уже родной школе. Своему коллективу я хочу пожелать перемен к лучшему. И я надеюсь, да, все так и будет. Как и Надежда Хетмана, так и директор Саскани школы Антония Лукьянска приняла решение уйти на заслуженный отдых. Она не скрывает, что будет скучать по коллективу, но пора уже больше времени посвящать себе и своей семье, говорит госпожа Лукьянска. Я ухожу, и ничего нельзя сделать. Такова жизнь. Мне хотелось бы, чтобы на мое место пришел человек, который продолжил начатую мною работу. Наша школа – это одно из престижных учебных заведений в городе и одно из самых узнаваемых в Латвии. Хотелось бы, чтобы все традиции в нашем коллективе были сохранены, а результаты работы еще и приумножены. В самое ближайшее время самоуправление начнет поиск претендентов на освободившиеся вакантные места. В ходе заседания городской думы также был рассмотрен вопрос и о проведении открытого аукциона на право сдачи в аренду земельного участка в микрорайоне Новые Стропы на улице Турайдес 15. Речь идет о территории площадью чуть более 9000 квадратных метров, которая не подлежит застройке и предназначена для развития в городе такого вида спорта, как большой теннис. Участок планируется сдать в аренду заинтересованным лицам на 20 лет. Депутаты также проголосовали за выделение 6000 евро Даугавпилской полиции самоуправления, которые необходимы для участия команды муниципальных стражей порядка во всемирных спортивных играх полицейских и пожарных, которые будут проходить с 26 июня по 5 июля в Соединенных Штатах Америки. Участие в соревнованиях примут 12 тысяч спортсменов из 70 стран мира.